Всем привет! Сегодня я с моими двумя лучшими подружками. Это Настя и Ира. И сегодня мы будем делать видео квиз, тест. Кто знает меня лучше? Первый вопрос. Когда я переехала в Лондон? Какого числа? Что? Я помню, что в октябре или в ноябре. В ноябре 12-го? 16-го? Кто будет ближе? 15 октября. В ноябре или в октябре? Точно не помню. В октябре. 12-го, 18-го, 16-го, 15-го, я не знаю. 16-15-го. Хорошо, ты, сначала твой ответ был очень близко, потому что ответ 6 ноября 2014 года. Ты сказала сначала в ноябре 12-го. Ага. Кому бал? Нет. Хорошо, тебе бал. Второй вопрос. Какой мой любимый цвет? Голубой. Сиреневый, фиолетовый какой-то? Голубой. Один-один. Сколько кукол у меня в коллекции? Вы знаете, что у меня коллекция кукол. Кто ближе будет? 150. 150, думаешь? Серьезно? Ты точно знаешь? Не знаю. 80, не знаю. 144. Капец. Сколько у тебя? Зачем я тебе? Для коллекции. 2-1. Когда и где мы виделись в прошлом году? Можно с датой, числом и время. Время? Я не помню время. Это в обед. 25 июля, 3:30. В Энди Спице. Как в этом почти. Да. И, ну, тут будет, наверное, очень легко. Какие мои любимые хобби, что я люблю делать? Танцевать, рисовать. Ты любишь снимать видео. Читать. Да, читать. Короче, вам по 2 балла каждый. Да. Так, следующий вопрос. Сколько там вопросов? Много. Мое любимое число. Ой, 5, наверное, нет? Не знаю. Где-то 6. Подожди, вопрос. Больше 10 или меньше? Меньше 10. 5. 3. 5 и 3. 9. Это, наверное, будет тоже очень легко. Назовите фрукт, который... Ананас. Да. Следующий вопрос. Кем я хочу стать? Это сложный вопрос. Что-то связанное с математикой и искусством. То есть, science и art. Ты мне это говорила. Но я не знаю, кем точно. Каким-то профессором. Не знаю. Какой твой ответ? Профессором каким-то. Правильно, потому что я еще не знаю, кем я хочу стать. Я хочу стать кем-то, чтобы было что-то something to do with science, maths and art. Правильно, счет становится 5-5. И как летом было? Летом, перед тем, как я уехала в Лондон. Ага. Что лето? Ага. Мы один раз встретились у тебя дома. Ага. И мы что-то делали там. Снимали видео, видео. Какие видео вы снимали? Кто больше съест, кто больше выпьет. Да. Кто больше выпьет воды. Снимали видео, сейчас скажу. Один дома. Один дома. Да. Одна дома. Да. Мы еще шли, кажется, гулять там типа. 6-6. Какая у меня любимая социальная сеть? Фейсбук. Или Инстаграм. Какое? Не знаю, Инстаграм, мне кажется. Инстаграм. Ютуб. У меня вообще нет Фейсбука, и Ютуб это социальная сеть. Ну ладно, короче, 7-7. Какой мой самый любимый аксессуар? Ой, чокер, сережки, браслет, кольцо. Нет, мы сейчас гадаем просто. Ну, вообще, ответ был часы, но я больше люблю сережки, так что тебе... Полбалла. Какая у меня любимая книжка? Гарри Поттер. Да, Гарри Поттер. А, еще приключения Лолиты. Лолы. Лолы. Да. Но. Да.
Это же последний вопрос. Скажите, по вашему мнению, качества, которые я... Качества во мне, которые хорошие и плохие. Хорошо. А по одному? А сколько по одному? Угу. Мне кажется, что думаю, что это хорошее, то, что... Ну, я если два. Ну да, давайте одно, которое ты, типа, приобрела, про уверенность в себе, об этом говорила, про любовь к себе, а другое то, что, типа, ты всегда была такой, типа, мудрой и все такое. Дальше. Это хорошее. Ладно, теперь я. Мне кажется, что хорошее качество в себе — это то, что ты очень добрая, поможешь всегда, в любую минуту. И второе — это что ты очень любознательная, любишь много читать. И плохие? Плохие. Это же сложно. Мне кажется, что тебе не нравилось именно не то, что ты расстраивалась по пустякам, это было раньше, а то, что... А ты? Я бы тоже сказала, что ты расстраивалась очень много по пустякам. Ну, вообще, да, мне кажется, я так и думала. Вот такое. Мне очень приятно, что вы про меня думаете. Спасибо. Вот, и счёт... Это было всё? Выиграли, никто не выиграли, потому что все выиграли, потому что нельзя сказать, кто лучше, потому что они две мои самые лучшие подружки, так что вот на этом все видео. Всем пока!